друзья, всем привет! С вами Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня будем готовить салат с крабовыми палочками. Ничего не надо варить, всего 4 ингредиента. Салатик получается очень вкусный. Я его буду готовить без майонеза. Вы можете приготовить так же, как я, или с майонезом. Это все на ваш вкус. Подойдет салат прекрасно на праздник, на 8 марта, или просто как салат на скорую руку. Как всегда, не забывайте поставить лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Для начала 260 грамм крабовых палочек нарезаем на мелкие кубики. И перекладываем в салатницу. Далее 70 грамм тертого сыра, я покупаю уже готовый. Я его немножечко вот так измельчу ножом, чтобы было еще мельче. Можно использовать любой твердый сыр или даже плавленый сыр. Сыр добавляем в крабовые палочки. И нарезаем помидоры. В описании под видео я вам укажу точное количество продуктов, которое мне понадобилось. У меня помидоры крупные, один помидор завесил 180 грамм. Я добавлю где-то грамм 250. Помидоры тоже нарезаем как можно мельче на мелкие кубики. Лишнюю жидкость из помидоров я немного убрала. И добавляю их к остальным ингредиентам. Теперь приготовим заправку для салата. Для этого смешиваем 125 грамм греческого йогурта. Греческий йогурт можно заменить на жирную сметану. С 2 столовыми ложками горчицы. У меня горчица не крепкая, поэтому смотрите, добавляйте горчицу той крепости, которую вы любите. Сюда же выдавливаем сок половины лимона. И натираем 3 зубчика чеснока. Заправку солим и перчим. И все тщательно перемешиваем. В самом конце добавляю консервированную кукурузу и заправляю салат подготовленной заправкой. Все тщательно перемешиваем. Салат можно подавать сразу, можно его немного настоять в холодильнике. Получается все просто, вкусно, полезно, без майонеза. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория.